Sorry. Направили перцовку. В чем вообще, собственно, заключается провокация? Вы издеваетесь? Вы должны сказать, they didn't kill you, so you shouldn't be here. Ну, у меня следы, вот синяк здесь, у меня как бы поврежден ноготь, и у меня в носу и в глазах перцовая смесь, которая брызгает в глазах. Did she get hurt also? У нее на груди, на спине следы от нагайки. У меня на спине и на бедре следы от нагайки точно так же. Мы хотим сказать о том, что система не менялась. Еще многие говорили о том, что существует некоторая оттепель перед Олимпиадой. На самом деле никакой оттепели нету. И мы здесь на практике, на одном маленьком примере, видим, каким образом действует государство по отношению к тем людям, которые действительно пытаются сказать правду относительно того, что происходит в Сочи. Что вы хотели бы сказать? Мы хотели бы пожелать, чтобы в следующий раз вы подходили более избирательно к тем местам, в которых вы проводите Олимпиаду. Мы... Спасибо. So right now we are in front of Sochi General Hospital number 4, and I was delivered here by an emergency car after I was tear gassed by a member of the Russian sort of voluntary police force called the Cossacks, and this happened because this particular police unit, as you can see, attacked members of Pussy Riot while they were performing around the seaport of Sochi. Well, obviously we want a detailed criminal investigation, which we hope will lead to court cases that will hopefully have a just ending. That does not happen in Russia that often. Я пошел вслед за ними, подошел к полиции. Полиция игнорировала всячески мои требования задержать этого человека. Вела себя с ними очень приветливо. Ну и, в общем-то, старалась как-то демонстрировать, что это люди вот, определенная каста, которым типа здесь все можно.